Ханновский университет 115 лет, но это не только экономика, это не только финансы, это не только управление, но также это химия, инженерия, IT, математика и все, что связано с новыми технологиями. Хочу поблагодарить наших коллег, которые сидят тоже здесь вот на сцене, которые нашли время для того, чтобы выступить. Для нас это очень важно, потому что любое высшее учебное заведение готовит специалистов. Для нас очень важно показать нашим студентам лучшие практики ведущих и фактически лидеров в отраслях. И для того, чтобы примером, который у нас сейчас перед глазами, мы дальше уже двигались в направлении подготовки новых управленческих кадров. Действительно, сегодня цифра, цифровая трансформация стала одной из главных тем, которые очень волнуют общество. И в качестве национальной цели развития до 30-го года цифровую трансформацию определил глава нашего государства. Сегодня для того, чтобы у людей, у общества было четкое понимание, что же такое цифровая трансформация, одна из главных задач – это, конечно, образование. Развитие и обучение – это не менее важный приоритет, чем цифровизация. Кстати, вот не зря же мы сегодня все здесь собрались именно по приглашению РЭО, от которого в том числе зависит, как будет выглядеть следующее поколение статистиков и дата-аналитиков. Искусственный интеллект – это 100% будущее. После того, как я познакомился с роботом Юлей, конечно, я испытал очень необычные впечатления. Искусственный интеллект рождает новую корпоративную этику. Людям необходимо уметь взаимодействовать с искусственным интеллектом, принимать его и выстраивать работу с ним. И, конечно, наша задача психологов – это содействовать и помочь работникам связаться с роботами и войти в такой вот продуктивный союз. Здесь, в цифровом деловом пространстве города Москвы, на форуме «Шаг в будущее» Управление развития цифровой экосистемы представляет цифровую экосистему Российского экономического университета. Здесь представлен ряд сервисов, которые уже являются частью цифровой экосистемы вуза, и мы надеемся, что в скором времени сервисы будут доступны не только для студентов, но и для всех бенефициаров. Части, скажем так, околоразвлекательные, но на самом деле очень нужные для нас проектов – это киберспорт. Ребята интересуются дисциплинами. У нас команда принимает участие в Московской киберспортивной лиге и показывает очень хорошие результаты, чему мы, соответственно, очень рады. При этом в дальнейшем мы также ведем образовательные программы, направленные на развитие киберспорта и подготовку киберспортивных менеджеров. Масштабно, оно является частью реализации нашей конкурсной заявки на приоритет, потому что одним из мероприятий, одной из составляющих миссии вузов, которые входят в приоритет, является продвижение технологий, высоких технологий и трансфер в реальные предприятия, в реальные отрасли. И это прекрасная площадка, где мы видим, как представители разных органов власти, законодательный, исполнительный, делятся своим пониманием будущего, как цифровизация затронет каждого из нас, как она заходит конкретно сегодня мы слышали, в картографию, в кадастр, в учет, в систему интеллектуальной собственности –
И нам важно понимание и бизнеса, потребность, и власти, как это затрагивает общество. Мы свою парадигму, место университета в этой системе находим благодаря таким мероприятиям. Мы уже сделали шаг в будущее, и мы сейчас живем вообще в новой реальности. И, собственно, вот этот форум, который мы сегодня проводим уже в четвертый год, соответственно, это такой небольшой шажок для того, чтобы определить, где мы сейчас находимся. Мы сегодня послушали представителей органов госвласти, которые реализуют госполитику в области технологического развития. Мы сегодня послушали и бизнес, и СИБУР, и Почту России, и Росатом. И все, мне кажется, сошлись во мнении, что то будущее, которое уже существует, в котором мы существуем, это уже будущее, которое реально будет развиваться в дальнейшем, и, соответственно, будет качественное изменение всех показателей жизни. Прежде всего, все нацелены на то, чтобы качество жизни отдельного человека, оно улучшалось. Вот в этом направлении все корпорации, органы госвласти, образовательные учреждения двигаются. А уже результат будет зависеть от нашей общей работы.